Последняя в новогоднем марафоне, но первая по значению. В минувшую пятницу на площади Азатлык состоялось открытие главной красавицы города. Уже стало доброй традицией, что народные гуляния проходят на площади Азатлык. И несмотря на сильный ветер, мокрый снег, принять участие в торжественном открытии новогоднего символа решили десятки людей. Предлагаем вам подробный репортаж с места событий. В одно мгновение главная площадь города превратилась в сказочное действие. Главные герои праздника Дед Мороз вместе со Снегурочкой, главным символом наступающего года, прибыли, чтобы зажечь главную красавицу города. Снег и елки, ледяные горки, лыжи и санки, шапки и ушанки. Сюрпризом для челнинцев в этом году стал визит татарского Деда Мороза. Зовут его Кыш-Бабай. Не забыли и о тех, кто в городе помогает главным волшебникам. Парадом прошли новогодние сказочные герои. А в числе почетных гостей праздника мэр. Пользуясь случаем, Наиль Магдиев вкратце подвел итоги уходящего года. Год был непростым, но для жителей нашего города, для автомобильной столицы нашей страны он был результативным. Мы с вами неплохо поработали. Нам удалось в уходящем 2016 году сделать большие работы по благоустройству города, приведению дорог в хорошее состояние. После поздравления челнинцев глава набережных Челнов вместе со сказочными героями, используя волшебное заклинание, зажег главную елку города. Каждый год все лучше и лучше. Новые игрушки, лабиринт вот очень нам понравился. Впечатление от праздника у меня хорошее. Все на позитиве. Мероприятие мне очень понравилось. Спасибо организаторам. Мы постоянно ходим, каждый год мы сюда ходим, играем, катаемся и на коньках. В этом году главная красавица города подросла, и теперь высота елочной конструкции достигает 31 метра. Радовать своей красотой и новогодней иллюминацией елка будет вплоть до старого Нового года, который отмечают 13 января. Увиденное пришлось по душе и тем, кто впервые побывал на торжественной церемонии открытия центральной елки на площади Азатлык. Отлично, здесь очень хорошо, елка понравилась и выступление хорошее. Сын позвал. И с работы сложилось, что как бы это по времени свободный был. Супер, супер, вообще классно. Помимо концертной программы для челнинцев подготовили и интерактивные игры. Дети наслаждались зимними забавами, а взрослые могли на мгновение оставить все хлопоты и окунуться в новогоднее волшебство. А впереди всех ждал еще один сюрприз – большая дискотека от радио Energy 104.8 FM. Ян Ушакова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.